Всем здравствуйте! Сегодня я попытаюсь исполнить для вас очередное стихотворение Анны Андреевны. Уважаемые дамы, среди вас наверняка найдутся те, в жизни которых есть такие мужчины, с которыми и жить с определенного момента становилось невозможно, и чувства к которым окончательно никогда не проходят. Если среди моих зрительниц есть подобные представительницы прекрасной половины человечества, то это исполнение для вас. А ты теперь тяжелый и унылый, отрекшийся от славы и мечты, но для меня непоправимо милый, и чем темней, тем трогательней ты. Ты пьешь вино, твои нечистые ночи, что наяву не знаешь, что во сне, но зелены мучительные очи, покоя, видно, не нашел в вине, и сердце только скорой смерти просит, клиния медлительной судьбы. Все чаще ветер западный приносит твои упреки и твои мольбы, но разве я к тебе вернуться смею под бледным небом родины моей? Я только петь и вспоминать умею, а ты меня и вспоминать не смей. Так дни идут, печали умножая, как за тебя мне Господа молить. Ты угадал, моя любовь такая, что даже ты не смог ее убить. Всем спасибо.